629 оплатим. 29 рублей посмотрите. Сегодня они готовы потратить и больше. По словам продавцов, с приходом весны покупатели гораздо легче расстаются с деньгами. Причем обновить гардероб торопятся и представители сильного пола. Платье покупают, мужчины покупают джинсы, футболки. Вот, девушки платьишки, шортики, юбочки уже, все, приход тепла ощущается. Если они раньше брали там одну-две покупки, то сейчас они совершают больше покупок. Тенденция, которая тоже сохраняется. О том, что будут носить этой весной, они позаботились еще осенью. Сейчас дизайнеры колдуют над летней коллекцией. Легкие ткани, яркие цвета и по-прежнему длина макси. Говорят, особых сюрпризов в этом сезоне мода не приготовила. На пике комфорт и смелые сочетания. Необычные, самые яркие, самые противоречивые сочетания привлекают внимание модных блогеров. Поэтому именно вот эти яркие сочетания и становятся главной темой, потому что мода практически ничего уже не может изобрести нового. И сегодня дизайнеры смотрят больше на тех, кто находится вне моды, чем на тех, кто находится внутри в процессе. Быть в форме в последнее время тоже модно. Красивое и здоровое тело – пункт номер один в арсенале каждой модницы. И весной любовь к спорту обретает характер эпидемии. Весной все, конечно, начинают активизироваться после зимы, после морозов, холодов и так далее. И мне кажется, что очень многие сейчас занимаются фитнесом. Заниматься спортом сегодня не только модно, но и очень полезно и нужно. Так как это неотъемлемая часть, мне кажется, уже каждого человека, жизни каждого человека. Вот, тем более впереди летний сезон. Традиционно с приходом весны женщины начинают относиться к своей внешности более трепетно. Стремление к идеалу прибавляет работа и пластическим хирургам. По статистике, более половины операций приходится именно на этот период. Увеличение груди, коррекция фигуры, подтяжка лица – сегодня это уже дань моде. Ксения Перекосова, Александр Королев, новости, Телеобъектив.